Масштабная экологическая акция с участием школьников стартовала в Алматы. В рамках фестиваля тюльпанов Куктем, Курке, Кызгалдак на нескольких площадках города прошли различные мероприятия. Их цель – воспитать у детей бережное отношение к окружающей среде. Организаторами акции стали специалисты эколого-биологического отделения Дворца школьников и акимат Алматы. Школьники высадили кустарниковые розы в городских парках, установили скворечники. Также были проведены конкурсы флористических костюмов, композиции из живых цветов. Отдельной темой фестиваля стала защита редких растений, цветущих весной. Это разные виды диких тюльпанов, ирисов, алатауского шафрана. Почти все они занесены в Красную книгу Казахстана. Последние годы их численность резко сократилась. Родиной тюльпанов является именно земля Казахстана. Это вот Заирский Алатау. Здесь первоначально тюльпаны пошли. И отсюда были в свое время нашими, как говорится, путешественниками. Так как пролегал Великий Шелковый путь, она попала на территорию современной Европы и другие страны. Поэтому родина и эндемика именно 30 видов тюльпанов, которые больше нигде не прорастают, только на территории современного нашего Казахстана.